Я был в зоопарке. Потом шел пешком, пока не очутился здесь. Скажите, я шел на север? Дайте-ка сообразить. Да, по-видимому так. Это 5-я авеню? Это? Да, это 5-я авеню, по-моему. А это вот что за улица, что пересекает? Ну, вон там, направо. А, там направо. Это 75-я. А зоопарк находится возле 65-й. Да. Значит, я шел на север. Добрый старый север. А ну не прямо на север? Нет. Не прямо, ну, так сказать, в северном направлении. Ну да, в северном направлении. Да. Вы что? Хотите нажить себе рак легких? Что, сэр? Нет, от этого не наживешь. Правильно, сэр. Вернее всего, вы получите рак во рту. И вам придется вставить такую штуку, какая была у Фрейда, когда ему получились тебя оттяпали. Сейчас. Как они называются, эти штуки? Протез? Именно. А, вы образованный человек. Правда ли? А вы случайно не врач? Я? Нет, нет. Я это, кажется, где-то прочитал, кажется... А, в журнале «Тайм». По-моему, журнал «Тайм» не для болванов. По-моему, тоже, да. Все-таки хорошо, что там 5-я авеню. Да. Терпеть не могу западную часть парка. Да? А почему? Я не знаю. Может, поговорим? Да, с удовольствием. Можем, пожалуйста, можно поговорить. Или вам не хочется? Да нет же, чего же, пожалуйста, я не против, давайте поговорим. Да я вижу, вам не хочется. Я с удовольствием, ну, да что вы взяли? Да не стоит, раз вам не хочется. А, вы имеете в виду, ну хорошо. Ну, давайте поговорим. Это, как его... Сегодня славный денек. Да, славный. Чудесный. А я был в зоопарке. Вы нам уже об этом говорили? Да, завтра вы прочтете об этом в газетах. Если сегодня не увидите по телевизору. Кстати, а у вас есть телевизор? А как же. Даже два. Один у меня с женой, а второй у детей. Ага. Вы женаты? Да. Нигде, слава богу, не сказано, что это обязательно. Да. У вас есть дети? Конечно. Мальчики? Нет. Девочки. Обе девочки. Ну, вам-то хотелось, чтобы у вас были мальчики. Ну, каждый уважающий себя мужчина захочет иметь сына. Жив. Да. Но так рушатся мечты, да? Ну, послушайте, я вообще-то не то хотел сказать. И у вас больше не будет детей? Нет, больше нет. Как бы... Как нужно? Ну... Может, потому как вы кладете ногу на ногу? Да еще что-то в вашем голосе.
Думаешь, просто так догадался. Жена не хочет, да? Послушайте, не ваше дело. Поняли? Извините. Так рушатся мечты. Да. Пожалуй, правда. Ну, что же еще? А что ты там говорили насчет зоопарка? А я вам потом расскажу. Вы не сердитесь, что я вас все время расспрашиваю? Да, ну сколько. Знаете, почему я к вам пристаю с разговором? Мне редко приходится поговорить с людьми. Ну, разве только скажешь. Дайте кружку пива. Ага. Или... А где тут уборная, а? А? Ну, или... А когда начинается сеанс? Или... Не давай волю рукам, приятель. Ну, все в таком же духе. Ну, в общем, сами знаете. Нет? Честно говоря, не знаю. Но иногда хочется поговорить с человеком. Знать о нем. Все. Поговорить по-настоящему. И сегодня ваш подопытный кролик — это я, да? Ну, такой насквозь солнечный воскресный день. Лучше нет, чем поговорить с порядочным, женатым человеком, у которого есть две дочки и собака. Две собаки. Совсем нет собак. Ну это странно. Такой человек, как вы, должны любить животных. Кошка. Да. Кошки. Но я не думал, что это вы по своей воле. Жена и дочки? Любопытно. Ну, а еще что-нибудь у вас есть? Да, есть. Попугайчики. А, птицы? Да, они живут в клетках. Они чем-нибудь болеют? Они живут у моих дочерей, у каждой дочки по штучке. У кого спрашивают? А? Ну, птицы, то есть? А, нет. А, очень жаль. А то вы могли бы выпустить их из клетки? Кошки бы их сожрали? Ну и подохли бы потом. Да. Попробуйте. Да. Ну, что же, что еще? Ну, а что же? Слушайте, а что вы делаете, чтобы прокормить всю эту ораву? Я работаю. Ага. Я работаю в издательстве. Мы выпускаем вот, ну, такие там детские учебники. Очень мило, да. Очень мило. Сколько вы зарабатываете? Ну, послушайте, вы вообще-то... Слушайте, ну говорите. Хорошо, я зарабатываю $1500 в месяц, но больше $100 с собой не ношу. Так что, если вы бандит, то... Где вы живете? Слушайте,
Я не собираюсь вас грабить. Я не намерен похищать ваших попугайчиков, ваших кошек и ваших дочерей. Хорошо. Я живу между вот там, между 3-й авеню и Лексингтон-авеню на 74-й улице. Ну вот видите, ну не так же было сложно сказать. Да потому что, понимаете, как-то странно все как-то. Вы вроде меня, разговариваете со мной, вы вроде как будто не допрашиваете. А я, знаете ли, я человек сдержанный. Вот. Чего вы стоите? А сейчас я немного похожу, потом сяду. И вот тогда он увидит выражение его лица. Что? Чего лица? Это вы о зоопарке? О чем? Ну, как же, о зоопарке. Вы же говорили там о зоопарке, что-то я там увижу, почитаю. О каком зоопарке? Ну, чего вы в рот одеваете? Ну, вот вы пришли, говорите, я там был в зоопарке, потом пришел сюда, потом что-то еще, что-то говорили. А зоопарке? Ну, да. А, да, я был в зоопарке, потом пришел сюда. Вот я же вам говорил об этом. Ну да. Скажите, какая разница между выше среднего средним классом и ниже высшего средним классом? Послушайте, уважаемый. Ну что, давайте, без уважения. Ну я отвязался. Понимаете, это, наверное, прозвучало как-то фамильярно, да? А когда вы растеряны, вы становитесь фамильярным. Ну да. Я же, понимаете, я не могу очень хорошо выражать свои мысли. Я ведь не писатель, я издатель. Да, да ладно, но на самом деле я фамильярен. Да ну что вы, ну. Да нет. Ладно, да. А кто ваш любимый писатель? Бодлер и Мартин. Да. Бодлер, конечно, великолепен в своем роде. Он, знаете ли, занимает в нашей литературе очень высокое место. Ну и Мартин, знаете, тоже написал немало хороших книг. Я считаю, что... Ну, в общем, я прошу прощения. Знаете, что я сделал перед тем, как пойти в зоопарк? Нет. Я прошел пешком всю 5-ю авеню от Вашингтон-сквера. Всю дорогу пешком. Что, вы живете в Гринвич Виллидж, да? Нет, я там не живу. Я доехал до Вилледжа на метро, чтобы потом дойти пешком до зоопарка. Иногда, знаете, необходимо сделать большой крюк в сторону, чтобы вернуться на место кратчайшим путем. Порой это просто необходимо. Да. А я думал, что вы живете в Гринвич-Виллидже. Да. Вы что? Хотите все на свете сделать удобно понятно? Да? Разложить по полочкам, навести порядок. Ну хорошо. Я вам расскажу. Я живу в старом четырехэтажном доме, где сдаются комнаты. Я живу на последнем этаже, окнами во двор, на западную сторону. Это смехотворно тесная каморка. Вместо одной стены там дощатая перегородка, которая отделяет мою комнатенку от другой смехотворно маленькой комнатенки. Вероятно, когда-то вместо этих двух была одна комната. Маленькая, но не настолько смехотворная. За перегородкой живет чернокожий педик. Ну, афроамериканец. Ну, педик же. Он всегда держит свою дверь настежь. Нет, в общем, не всегда. Но всегда, когда он выщипывает себе брови,
что он делает с буддийской сосредоточенностью. У него гневые зубы, притом редкие. И он ходит в японском кимоно. Тоже очень редненько. В этом кимоно он бегает на лестницу в клозет и обратно. То есть он часто ходит в клозет. Понятно. Ко мне он не пристает и никого не приводит к себе. Ну, он выщипывает себе брови, носит кимоно и ходит в клозет. Вот и все. А на моем этаже есть еще две комнаты. Тебе кажется, чуть побольше. Я не уверен, но мне так кажется. В одной живет семья культуриканцев. Жена, муж и куча детей. Я не знаю, сколько там всегда шум и гам. Во второй комнате, слушайте, тоже кто-то живет. Но я не знаю, кто. Никогда не видел. Никогда. Как же вы там живете? Я не знаю. Наверное, это малоприглядное место. Ну, вот этот дом, где вы живете. О, да. Это вам не дом на 75-й улице. 74-й? Хотя, с другой стороны, у меня же нет одной жены, двух дочек, двух попугайчиков, двух кошек. Да. А что у меня есть? Бритва и мельница. Электрическая плитка, которую в нашем доме не разрешается держать. А перочинный нож такой, знаете, с ключом. Нож. Пара вилок, пара ложек, столовая чайная, стакан, чашка с блюдцем, ну, кое-какая дежонка, две рамки для фотографий, обе пустые, колода порнографических карт, а пишущая машинка, которая выстукивает только заглавные буквы, и ящичек сейф. Без замка. В котором лежат что? Камешки. Морские галыши, которые я собирал на берегу еще ребенка. А под ними, как под прессом, кое-какие письма. Пожалуйста, письма. Пожалуйста, не делай того-то и того-то. Пожалуйста, сделай, наконец, то-то и то-то. И когдашние письма тоже. Когда же ты приедешь? Когда же ты позвонишь? Когда? Ну, это письма более поздние. Скажите, вот эти вот у вас... Там есть две пустые рамки. Скажите, почему эти рамки пустые? Ну разве непонятно? У меня нет никого, чьи фотографии я мог бы вставить эти рамки. Странно. Может быть, ваши родители, может, какая-то женщина, да? Вы умилительный человек, и поражаете своей наивностью. Но моя дорогая мамочка и мой папочка умерли. Простите, я не знал. Понятно? Да. Я горюю по ним, и Богу. Но... Они доигрывают свой водевильчик уже на небесах. Я не понимаю, почему я должен смотреть на них чистых и прилизанных в рамках? Моя дорогая мамочка сбежала от папочки,
когда мне было 10,5 лет. Она отправилась в адюльтерное турне по всем нашим южным штатам. Эта прогулочка длилась целый год. И среди ее многочисленных привязанностей самое главное, неизменно было чистое виски. По крайней мере, так уверял папочка, после того, как съездил за ней на юг и вернулся. Привез ее в гробу. Она испустила дух на какой-то свалке в Алабаме. Мы узнали об этом после Рождества, перед Новым годом. Когда она спустила дух, так там до нее никому и дела не стало. Да и кто она была? Просто пьянчушка. Пьянчушка откуда-то с севера. После этого папочка праздновал Новый год 2 недели подряд. С пьяным угодил под автобус. Ну, как будто бы с семейкой все, да? Нет? Нашлась мамочкина сестрица. А, не, она не распутничала и не баловалась бутылочкой. Я стал жить у нее. Ну, честно признаться, мало что не помню. Только она все делала сурово. Работала, молилась и ела все сурово. А в тот день, когда я окончил школу, она, представьте себе, окочурилась. Прямо на лестнице. У дверей своей, ну, можно сказать, моей квартиры. Ну, прямо анекдот, не правда ли? Ах ты, ах ты. Ах кто? Ну, все это было давно и уже не вызывает мне никаких эмоций. Но теперь вы поймете, почему я не ставил в рамки мамочку и папочку? Ну, да. Я и забыл спросить. Вас как зовут? Меня Питер. Джерри. Вот, теперь подумаем. Садитесь. На кой мне иметь женскую фотокарточку? Да еще в 2 экземплярах. Да. Вы помните, у меня 2 рамки. Я ни с одной женщиной больше разу не встречался. Ну-ка, видимо, в голову не приходило дарить мне фотографии. Странно. А может быть и грустно. Это что, что они не дарили вам фотографии? То, что я ни с одной женщиной больше раза не встречался. Но я не мог спать. Или как там говорят. Заниматься любовью с женщиной больше 1 раза. Одного. Вот какой. Нет, мне очень нравятся хорошенькие дамочки. Ну, на час, да, не больше. Интересно. На самом деле, странно, что вас заинтересовали эти рамки для фотографий. Почему? Почему? Я-то думал, вас больше заинтересуют порнографические карты. Ну, я видел такие. Они, наверное, в школе среди мальчишек ходили по рукам, да? Конечно. А может, у вас имелась собственная колода? Было дело. А перед женитьбой вы ее выбросили? Только они мне стали не нужны. Серьезно? Ну, послушайте, я бы не хотел разговаривать на эту тему. А, ну не надо. Зачем? Нет, я не собираюсь копаться в вашей взрослой половине жизни и ее трудностях. Я просто хотел показать разницу между порнографическими картами в отроческом и зрелом возрасте.
Мальчишки эти карты заменяют практический опыт. Да. Ага. А взрослому практический опыт заменяет фантазию. Но вас, кажется, больше интересует, что случилось в зоопарке. Ах, да, в зоопарке. Ну, конечно, если вы там... Я расскажу, зачем я пошел. Я вам кое-что расскажу. Я живу в старом четырехэтажном доме, где сдаются комнаты. Постойте, я вам уже говорил об этом. Да. Вот. Очевидно, с каждым этажом вниз там комнаты становятся лучше. Нет, ну я не знаю, конечно. Но мне так кажется. Я не знаю никого со второго или третьего этажа. А нет, знаю. Знаю, что на третьем этаже живет какая-то женщина. Знаю, потому что она все время плачет. Когда бы я ни проходил мимо ее двери, я всегда слышу ее плач. Не громкий, но очень отчетливый. Да, очень отчетливый. Так я, собственно, не о ней, а о собаке и о хозяйке дома. Знаете, я не люблю грубо отзываться о людях. Но наша хозяйка это безобразная, потная, грязная, глупая, вечно пьяная груда мяса. Вы заметили, я избегаю грубых слов. Поэтому я не смог ее описать как следует. Ну, вы ее описали довольно ярко. Мерси. Ну так вот, эта хозяйка со своей собакой сторожит мое жилье. Она вечно торчит внизу у лестницы и следит, чтобы я никого не приводил к себе в комнату и не таскал ничего. А вечером, когда она высосет обеденную пинту лимонного джина, она останавливает меня, хватает за полу или за рукав, норовит затащить меня в угол, наваливается всем своим мерзким телом, так, чтобы я не препятствовал ей говорить. Ой, запах от нее... Что, вы себя не представляете? И вот где-то там, Питер, в уголке ее птичьего мозга, развитого лишь настолько, чтобы есть, пить и испражняться, где-то там, а? Шевелится гнусненькая пародия на страсть. И вот я, Питер, я и есть предмет ее потной похоти. Но я придумал, как ее отважить. Каждый раз, когда она хватает меня и затаскивает к себе в комнату, я ей говорю: «Любовь моя, да, разве вчерашнего и позавчерашнего тебе мало?» Она пыжится, щурит свои крохотные гляделки, пытается что-то вспомнить. И вот тут, Питер, тут мне кажется, что я делаю хоть одно доброе дело в этом истерзанном доме. Ее немыслимая рожа расплывается в блаженной улыбке. Она хихикает и постанывает, а, думая о вчерашнем и позавчерашнем. Она вспоминает то, чего не было. Потом берет собаку, вот это черное чудовище, и уходит к себе. Я спасен. До следующей встречи. Это невероятно. Даже не верится. Что такое? Да, а вы думали, это только в книгах так бывает, да? Да. Да, факты проще считать будем. Нет, вы правы, Питер, да. Ну, я, собственно, хотел про собаку. А, да, про собаку. А, ну, вы еще не уходите, а? Да нет, против. Потому что сначала я расскажу про собаку, а потом... Знаете про что, а? А потом я расскажу, что случилось в зоопарке. У вас полно всяких историй, правда. Не хотите, не слушайте. Я сам знаю. Ну, вас тут никто не держит. Хорошо. Нормально. Сейчас. Секунду.
Итак, история о Джерри и собаке. Дело в том, что иногда необходимо сделать большой крюк в сторону, чтобы вернуться на место кратчайшим путем. Впрочем, может, это я совсем не о том. А, ну, именно потому я пошел в зоопарк и направился на север. Вернее, в северном направлении. Так вот, эта собака – это какое-то черное чудовище. Огромная морда, крохотные уши, глаза красные, кровью налиты. Может, больные? И все ребра выпирают наружу. Пес черный, весь сплошь черный, как уголь, только глаза красные. И да, на левой передней лапе открытая рана, тоже красная. Страшили еще этому немало лет. Что же еще? Да, иногда собака показывает клыки, серо-желто-белые. Когда зарычит, вот так. Он зарычал на меня, как только я въехал в этот дом. Животные ко мне не льнут. Ну, я не святой Франциск, которого облепляли птицы. Животные ко мне равнодушны. Как и люди. Почти всегда. Но этот пес, нет, он не был равнодушен. С первой же минуты он стал на меня рычать, как только увидел. Он бежал за мной следом и норовил вцепиться мне в ногу. Не то чтобы он кидался, как сумасшедший, нет, он ковылял вслед. Но довольно бойко и очень настойчиво. Он выдрал клок из моих штанов, там за обладкой. Это случилось на второй день, как я переехал туда. Как с ним управляются другие жильцы, я не знаю. Сказать вам правду, Питер, а? По-моему, это он так только со мной. И я его к этому располагаю. Так продолжалось 6 дней. Причем только когда я входил. Когда я выходил, собаки до меня дела не было. Вот что меня занимает. Вернее, занимало. Псу как будто бы только и надо было, чтобы я собрал свои вещи и пошел ночевать на улице. Однажды, Питер, я, спасаясь от него, вбежал к себе в комнату, сел на кровать и призадумался. И решил, сначала попытаюсь убить пса добротой, ну, а если не получится, так просто убью. Ну, сидите, Питер, и слушайте. На другой день я купил целый кулек бутербродов с котлетами. Пережаренными, без кетчупа, без лука. По дороге домой хлеб я выкинул, а котлеты оставил. Я зашел в подъезд, приоткрыл дверь. Он уже сидит там, примеривается и рычит. Я осторожненько вошел внутрь, вытащил котлеты из кулька, положил в шагах 10 от пса. Вот так. Он перестал рычать, принюхался и двинулся к котлетам. Сперва медленно, потом побыстрее. Остановился, принюхался. Я ему улыбнулся так, знаете, заискивающе. Он перестал рычать, опустил свою морду и вдруг... бросился на котлеты. Как будто в жизни ничего не ел, кроме тухлятины. А, наверное, так и было. Я думаю, хозяйка тоже питается только тухлятиной. Потом сожрал все котлеты, попробовал сожрать бумагу, а потом сел и улыбнулся. Слово даю, он улыбнулся.
кошки тоже улыбаются. Я видел. И я? Потом вдруг как зарычит и как кинется на меня. На мне удалось удрать, он как всегда меня и не догнал. Я был просто возмущен. 6 отличных котлет. Почти без свинины. Со свининой они такие отвратные. Но поразмыслив, я решил попытаться еще. Понимаете, Питер, пес явно питал ко мне антипатию. Мне хотелось понять, смогу я эту антипатию побороть или нет. Так продолжалось 6 дней подряд. И каждый раз одно и то же. Зарычит, принюхается, подойдет, зарычит и хам, на меня. Наша улица уже была просто вся усеяна ломтиками хлеба от бутербродов. Я был, Питер, просто оскорблен. И я решил его убить. Сидите, Питер, мне это не удалось. В тот день, когда я решил убить пса, я купил только один бутерброд с котлетой и, как я думал, смертельную дозу крысиного яда. А когда я покупал котлеты, я сказал продавцу, что хлеба не надо. Я думал, он скажет что-нибудь вроде: котлеты с хлеба не отпускаем. Или: что же вы ее, с руки есть будете? Ну нет. Он вежливо завернул котлету в вощеную бумагу и сказал: кошечки своей скормите. Я хотел было сказать: нет, хочу отравить знакомого пса. Но знакомый пес — это как-то глупо, да? И я сказал, боюсь, слишком громко и официально: да, скормлю своей кошечке. Люди вскинули на меня глаза. И вот, Питер, вечно так, а? Когда я хочу упростить дело, люди вскидывают на меня глаза. Правда, обошлось там без всяких усмешечек и острот. Ну, по дороге домой я перемешал котлету с крысиным ядом. Мне было и грустно, противно. Я вошел в подъезд, а уже не осторожничал. Он же ждал меня там. Примеривался. Ждал подачи. А потом на меня набросится. Он, бедняга, так и не сообразил, что пока он будет улыбаться, я всегда успею удрать. Ну, положил я отравленную котлету, встал на лестницу и жду. Бедный пес вмиг ее проглотил, а опять кинулся на меня. А я, как всегда, удрал. Да. А потом пес сильно заболел. Я догадался, потому что он больше не подстерегал меня в подъезде. А хозяйка вдруг протрезвела. В тот же вечер она остановила меня и сказала, что ее песика Бог вот-вот возьмет к себе. Она даже забыла про свое гнусное вожделение. И в первый раз широко открыла глаза. А глаза у нее были, как у собаки. Она хныкала и умоляла меня помолиться за бедную собачку. Я хотел было сказать ей: мадам, ну если уж молиться, так за моего соседа в кимоно, за семью пуэрториканцев, за человека в комнатке напротив, которого я никогда не видел, за женщину, которая целый день плачет за закрытой дверью. Но я, мадам, не умею молиться. Но чтобы упростить дело, Питер, я сказал: а, я помолюсь. Она вскинула на меня глаза и сказала, что я все вру, что я хочу, чтобы собачка околела. Но я этого не хотел. И не только потому, что я его отравил.
Откровенно говоря, боюсь, я хотел этого, чтобы посмотреть, как пес будет ко мне относиться. Понимаете, Питер, это важно. Очень важно. Мы должны знать результаты наших поступков. Ну, так или иначе, а пес выжил. Я не знаю, почему. Только если он потомок того пса, который сторожил врата не то ада, не то еще какого-то теплого местечка. Сэр! А, ну я не силен в философии. Мифология. Ага, образованный человек. Что? Ну, в общем, пес выжил. Знаете, и все стало как прежде. Хозяйку вновь потянула на джин. Я узнал это в тот вечер, когда возвращался из киношки, где я смотрел какую-то картину, которую я уже видел. Или она ничем не отличалась от тех, которые я видел. Может быть, унесен ветром? Да может быть. Я шел домой, Питер, и так надеялся, что собака меня ждет. Я был, как бы сказать, заворожен. Не то. Нет? Оскорблен, нет. Мне до боли в сердце не терпелось встретиться со своим другом-псом. Да, Питер, со своим другом. Я вошел в подъезд и уже неосторожничая дошел до лестницы. Он же стоял там и смотрел на меня. Он смотрел на меня, а я на него. Кажется, мы смотрели так очень долго. Мы стояли, словно истуканы, и глядели друг на друга. Я дольше, чем он. А собака вообще не может долго выдержать человеческий взгляд. За эти 20 секунд или 2 часа, что мы смотрели друг на друга, между нами возник контакт. Вот этого-то я и хотел. Понимаете? Я любил пса и хотел, чтобы он полюбил меня. Да, я пытался полюбить, я пытался убить. Но и то, и другое в отдельности не удалось. Я не знаю сам почему, но я надеялся, что собака поймет. Дело в том, Питер, что человеку необходимо общаться. Если не получается с людьми, так надо начинать с чего-то другого. А? С животных! Ну, человеку хоть как-то, но необходимо хоть с кем-нибудь общаться. Если не с людьми, так с чем-то другим. С кроватью, с тараканом, с зеркалом. А, не, зеркало не годится, это уж последнее дело. С тараканом, с ковриком, с рулоном туалетной бумаги. Нет, это тоже не годится, как и зеркало. Ну вот видите, как трудно. Очень мало что годится. Общаться. С уличным перекрестком разноцветными огнями, которые отражаются на мокрых тротуарах. Со струйкой дыма. А с колодой порнографических карт. С сейфом без замка. Знаться с любовью, с блевотиной, с плачем, с яростью от того, что хорошенькие дамочки, они вовсе не хорошенькие, вовсе не дамочки. С истошным воем от того, что ты никак не умрешь. И с Богом. Да, Питер, с Богом. А он в моем соседе, который ходит в кимоно. В человеке, которого я никогда не видел. В женщине, которая каждый день плачет за закрытой дверью. С Богом.
который, как мне говорили, давно повернулся спиной к этому миру. А иной раз и с людьми. Да, с людьми. Поговорить, поделиться мыслями. А где же лучше? Где же лучше поделиться какой-то самой простой мыслью, как не в подъезде, у лестницы, а? И попытаться понять, и чтобы тебя поняли. С кем же лучше попробовать, а? Как не с собакой. Мне показалось, что это вполне разумная мысль. Как известно, человек – лучший друг собаки. Вот мы стояли и смотрели друг на друга. Я дольше, чем он. А с тех пор так и пошло. Каждый раз встречаясь, мы застывали на месте и смотрели друг на друга. Смотрели чуть-чуть грустно и подозрительно. Но согласитесь, это же было взаимопонимание. Потом пес возвращался к куче гнилых отбросов, а я беспрепятственно шел к себе. И я понял, что доброта и жестокость отдельно одно от другого ни к чему не приводит. И я понял, что вместе, одновременно, они учат чувствовать. Ну какой от этого толк? Мы с псом пришли к компромиссу, к своего рода сделке. Мы друг друга не любим, но не обижаем. Потому что не пытаемся понять. И вот скажите, то, что я кормил пса, это можно считать проявлением любви? А то, что собака хотела меня укусить, это тоже было проявление любви? Но если нам не дано понять друг друга, зачем мы вообще придумали это слово? Любовь. Это конец истории о Джерри и собаке. Питер, а скажите, а можно это все назвать как-нибудь незабываемое знакомство? Напечатать в журнале и получить пару сотен долларов, а? Ну, говорите ваше мнение, а? Давайте. Знаете, зачем вы мне... Что-то я не понимаю. Зачем вы мне все это рассказываете? Зачем? А что, нельзя? Я ничего не понял. Неправда. Нет, правда. Чего неправда? Ну, я же пытался объяснить все, когда рассказывал. Это все связано с собакой. Я не хочу знать. Ни вас, ни вашей хозяйки, ни ее собаки. Ее собаки? Да. А я думал, это моя собака. Нет. Вы правы, это ее собака. Я не знаю, что это мне вздумалось. Конечно,
Вы не понимаете. Я не живу в вашем квартале. Я не женат на двух попугайчиках. Фу. Ну что там у вас? Я вечный временный жилец. Мой дом – мерзейшая комнатенка в Вестсайде, в Нью-Йорке. В величайшем городе мира. Аминь. Послушайте, Женя, я не хотел. Простите меня. Я не хотел вас обидеть, Джерри. Пожалуйста, приз. Бросьте. Вы, наверное, не знаете, как от меня отвязаться. Что? Да нет. В издательствах народ закаленный. Да. А вы шутник. Что? С вами не соскучишься. Нет, что вы. Питер, скажите, я испортил вам настроение? Вообще-то, знаете, я это время рассчитывал провести иначе. То есть, я не тот, кого вы ждали? Я вообще никого не ждал. А, ну я так и подумал. Ну, я здесь и никуда не собираюсь уходить. Вы хотите, мне пора домой. Так что... Да посидите еще. Я потом... Да ерунда. Да меня! Да подождите меня. Да брось. Что же там засадил? Я же даже жена там дома. Готовил обед. Эти попугайчики. Не-не-не. Эти. Дочки. Да кровать на стол. Питер. А, что? Послушайте-ка. Да. Хотите знать, что случилось в зоопарке? А вы шутник. Я же не ожидал. Не знаю, ты со мной. Вы же катаете. Вы хотите знать, что случилось в зоопарке или нет? Я да хочу. Что там у вас произошло? Что? Я расскажу, что случилось в зоопарке. Сначала я расскажу, зачем я попал в зоопарк. Я пошел присмотреться, как люди ведут себя с животными, как животные ведут себя с людьми, но между собой тоже. Конечно, это все приблизительно, потому что все они отгорожены друг от друга решетками. Животные от животных? Все животные от людей. Ну что вы хотите? Ведь зоопарк... А что, вам разъемало место? Там были звери и люди. Сегодня воскресенье, но там и детей было полно. Еще немножко. Да пожалуйста, я... Было жарко. Было душно. Продавцы мороженого, воздушных шаров, толпы народа, тюлени гомонят, птицы реву, подвиньтесь. Да места у вас больше, чем достаточно. В тот день кормили львов. И в клетку к одному из львов вошел сторож. Подвиньтесь! Да некуда мне больше двигаться. Или перестаньте вы толкаться, и что с вами, что вы... Да вот так? Что вы ущипаетесь? Вы хотите знать, что случилось в зоопарке или нет? Нет, я не хочу уже ничего знать. И перестаньте ущипаться. Вот. Болван!
Что? Я же сумасшедший! Да это самое, неосторожно. Неосторожно. Питер, мне нужна эта скамья. Присядьте его на ту. Угу. И если будете паинькой, я вам расскажу, что было дальше. Послушайте, ну, с чего ты должен присаживаться на ту скамейку? Я каждое воскресенье, когда нет дождя, я прихожу сюда и сижу здесь, мне здесь очень хорошо, никого здесь нет, никто не мешает, здесь уединенно, мне здесь нравится. Проваливайте, Питер. Не хочу сидеть на скамейке один. Я сказал, я хочу сидеть один. И кончено. Пересядьте на ту скамейку. Слушайте, ну, довольно, хватит. Скамейку я вам не отдам. Проваливайте на ту скамейку. Человек не может получить. Убирайтесь, чтоб я вас больше не видел. Подождите, что у меня там? Человек не может получить все, что он хочет, понимаете? Это же общее правило, это вам должно быть известно. Человек может получить только часть того, что он хочет получить, а всего он получить не может. О, Господи! Вы мне до смерти надоели. Послушайте. Давай, хватит. Я терпел вас уже полдня. О, вы преувеличиваете. Да, нет, я терпел вас даже долго, потому что мне казалось, словом, мне показалось, что вам нужно с кем-то поговорить. Идиот, а? Тупица. Перестаньте вы оскорблять меня. Вы растения, лопух. Идите вон на блядки на землю. Перестаньте. Если вы не перестанете, я позову полицию. Убирайтесь с моей скамейки. Это моя скамейка. Вы не уйдете? Здесь полисмена не найдешь. Они все в западной части парка. Они там выволакивают потаскушек из-под кустов, из-под деревьев. А это их главное занятие. Так что зови, не зови, ничего не поможет. Так, все. Хватит, я зову полицию. Я предупреждаю вас. Вас арестуют! Полиция! Полиция! Что за чушь? Ну еще бы не чушь, а? Взрослый человек вопит, зовет полицию среди бела дня в парке. Его никто не трогает, а? Ну, если бы какой полисмен изобрел сюда, он бы подумал, что вы спятили. Ку-ку! Неважно. Вон с моей скамейки. Слушайте, Питер, вот сейчас я вам, как говорится, открою глаза. На вашей драгоценной скамейке сижу я, и вам больше не владеть ей в одиночку. Я вам говорю, убирайтесь. Или я за себя не ручаюсь. О, убирайтесь! Оно и видно, что сумасшедший. Убирайтесь! Вон! Что такое? Вы посмотрели, какой у вас дурацкий вид. Это не важно. Я прихожу сюда каждый год. Я сижу именно на этой скамейке. Понимаете? Мне никто не мешал. Мне как уединенно. Здесь тихо. Мне это очень важно. Послушайте, Питер. Понимаете, важно. А вы тут отбираете мне эту скамейку. Убирайтесь сами прочь. Слушайте, Питер, у вас есть все, что вам нужно. И семья, и дом, и даже свой маленький собственный зоопарк. У вас есть все на свете. О, теперь вам понадобилась эта скамейка, а? Питер, скажите, вот эта скамейка, это железо, это дерево. Дело ваша честь. Самое главное, за что вы ведете борьбу? Какой абсурд. Абсурд? Послушайте, я не хочу с вами рассуждать о чести.
и не желая ничего объяснять. А даже если так, вы все равно не поймете. Да вы сами не понимаете, что говорите. Вы, наверное, впервые в жизни столкнулись с чем-то потруднее, чем менять вашим кошечкам песочек. Глупый вы человека. Вы малейшего понятия не имеете о том, в чем нуждаются другие. О, Боже. Боже. Я пришел просто почитать. А вы отнимаете у меня скамейку. Вы сошли с ума. Мне как раз нужна эта скамейка. Нет, нет, нет. Эта скамейка вам не нужна. Это наверняка. Да. Тогда делись за нее. Делись за эту скамейку. По-мужски? По-мужски, лопух. Перестаньте меня оскорблять! Да, вы, конечно, растение. Довольно глупое. Прекратите! Но вы не лишены чувства достоинства. Это меня даже удивляет. Все, ладно, хорошо. Ладно, вставайте. Буду драться. Только я предупреждаю, занимался гантелями. Хорошо. Будем драться. Только силы у нас не равны. Что? Что? Вы буйно помешаны, вы сумасшедшие. Вы хотите меня убить? Не убивайте, у меня жена. Дочки, мальчики. Берите. Так мы немножко сравняемся силами. Нет. Берите нож! Деритесь за свою скамейку! Деритесь за свое самоуважение! Помогите! Полиция! Выродок несчастный! Деритесь за эту скамью! Деритесь за своих попугайчиков! Деритесь за своих двух дочек! Деритесь за кошек! Деритесь за свое мужское достоинство! Ты даже не сумел сделать жене сына, а? Это мужество здесь ни при чем. Это вопрос генетики. Чудовище ты. Не подходи ко мне. Не подходи. Я не ручаюсь, Не подходи. Иди отсюда. Уходи. Ну что ж. Не подходи. Пусть будет. Так. Нет. Спасибо, Питер. Серьезно говорю тебе спасибо. Ты не знаешь, как я боялся, что я тебя спугну. Я так боялся, что ты уйдешь, и я опять останусь один. А теперь я расскажу тебе, что случилось в зоопарке. Не думается, в зоопарке случилось вот что. Когда я был в зоопарке, я решил, что пойду на север. Вернее, в северном направлении. Пока не встречу тебя или еще кого-нибудь. И я решил, что я с тобой заговорю и расскажу тебе всякого. И вот что вышло. Видишь, что вышло? Не знаю, этого ли я хотел. Наверное, вряд ли. Хотя, наверное, именно этого. Ты знаешь, Питер, что случилось в зоопарке? Теперь ты знаешь, чье лицо ты увидишь по телевизору. Помнишь, я говорил тебе про лицо? Мое лицо ты увидишь. Это самое лицо, Питер. Спасибо тебе, милый, добрый Питер. А теперь
соскочил со скамейки. Ты защитил свою честь. Это уже не твоя скамейка. Подожди. Смотри. Эти капли в кошки.